После референдума о выходе из ЕС прошло 3 года, но флаг Соединенного Королевства по-прежнему развивается над европейскими институтами. Сменились 3 британских премьер-министра, пытавшихся осуществить Брексит, но, возможно, этот счет не окончательный. Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС до конца октября. Лондон и Брюссель договорились о новой сделке, но ее еще должны одобрить британские парламентарии. Между тем, депутаты от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, союзники Тори, не готовы поддержать соглашение из-за отсутствия ясности в отношении вопросов таможни и НДС. Время на исходе. Британцы начали делать то, что от них требовали европейцы совсем недавно. Им говорили, если вы теперь не желаете бэкстопа, предложите альтернативное решение, которое бы отвечало поставленным задачам. Но срок истекает через 2 недели, и только на днях у Лондона наконец появились какие-то идеи. Ну, только идеи, ничего не испробовано. А времени осталось немного. Ничего подобного раньше не было. Без сомнения, настал решающий момент. Ставки высоки, терпение на исходе. Но, кажется, процесс выхода Великобритании из ЕС близок к своему завершению.